Свинка Пеппа. Я свинка Пеппа. А это мой младший братик Джордж. Это мама свинья. А это папа свин. Свинка Пеппа. Новый дом. Папа свин уже давно работает у себя в кабинете. Что это ты делаешь, папа? Я решил построить новый дом. Какой-то он маленький. Это что ли домик для эльфов и фей? Хо-хо-хо. Нет, это пока лишь модель. Настоящий дом будет гораздо больше. А-а-а. Это чертеж того, что мы хотим построить. Твоему чертежу кое-чего не хватает, папочка. Вот. Пеппа нарисовала качели, которые будут стоять рядом с домом. Прелестно. А ты не хочешь навестить наш новый дом? С удовольствием. Папа свин повез Пеппу и Джорджа смотреть, как строится их дом. Мы приехали. Но, папа, здесь же совсем ничего нет. Это потому, что строительство пока еще не началось. А вот и мистер Бык и его коллеги. Мистер Бык будет строить наш новый дом. Значит, ты тут совсем ни при чем? Я сделал самую трудную работу. Мистер Бык будет лишь следовать моим инструкциям. Привет, мистер Свин. Что будем строить? Стоянку? Бассейн? Ракетную станцию? Наш дом. Вы сможете построить точно такой же, мистер Бык? Только побольше. Мистеру Свину нужен дом. Строить будем из соломы? Или из палочек? Или, может, из кирпичей? Из кирпичей, любезнейший. Молодец, папа. Только про качели не забудьте. Не волнуйся, Пеппа. Построим. Я могу вам помочь? Джордж тоже рвется помогать. Так, Джордж, клади-ка сюда вот этот раствор. Держи. Словно грязь хлюпает, правда? Цемент, Пеппа, это особый вид грязи, который скрепляет кирпичи вместе. Пеппа, хочешь заложить свой первый кирпич? С удовольствием. Молодец. Дальше я сам сделаю. Кирпичи нужно класть ровно в одну линию. Ряд за рядом. Но так можно класть до бесконечности. Точно! А вы закончите сегодня? Нет, что ты! Дом нужно строить долго, целый день. Значит, завтра закончим. Хорошо. До завтра, мистер Бык. Пока-пока! Пока! Джордж сделал из липкой грязи горку. Я положила свой первый кирпич. Бррр. Это все просто замечательно, но детям давно пора закрыть глазки и спать. Наступило утро. Пеппа и Джордж ждут не дождутся, чтобы увидеть свой новый дом. Они закончили! Наш дом построен. Теперь его нужно проинспектировать. Мистер Кролик – инспектор по строительству. Очень хорошо. Постойте, я объект не приму. Что? Про качели-то вы забыли? Му! Нет, мы не забыли. Спасибо вам, мистер Бык. Теперь этот дом, кажется, готов принять наших новых соседей. Новых соседей? Да, Пеппа, у нас будут новые соседи. Мистер Волк и его семья сегодня переезжают в новый дом. Полюбуйтесь, маленькие свинки. Привет, я волчонок Венди. А я свинка Пеппа. Спасибо, что построили такой чудесный дом, мистер Свин. Из чего он сделан? Из соломы? Из палочек? Он построен из кирпичей. Проверим, насколько он крепок. Я вдохну поглубже, а потом буду дуть. Крепкий дом. А из чего построен ваш дом, мистер Свин? Из кирпичей. Не советую даже пробовать. О, качели! Это я так придумала. Ты просто умница. Твоя очередь. Можешь подтолкнуть? Нет. Вместо того, чтобы толкать, я сильно дуну. Продюсер Фил Дэвис, авторы сценария и режиссеры Марк Бейкер и Невил Астли. Свинка Пеппа.